Приветствую всех, кто сейчас находится дома в режиме самоизоляции. Знакомьтесь, это бабушка Маша. Она ветеран Великой Отечественной войны. И несмотря на свой возраст, она очень любит читать, любит общаться, знает много сказок и легенд, песен и прибауток. Одним из любимых изданий у нее журнал «Загадки истории», который я приношу ей из Новозыбковской городской библиотеки. Журнал содержит не только известные исторические факты, но и архивные записи, гипотезы, научные исследования и очень много интересного об уже известных личностях. И сейчас, когда библиотека закрыта в связи с сложившейся ситуацией, мы не можем взять печатное издание, но мы можем найти этот журнал на просторах интернета. Давайте поможем людям старшего поколения найти его на электронных ресурсах. Давайте читать вместе с ними. Вместе с ними обсуждать интересные статьи. Дорогие мои, не ходите по улице. Будьте со своей дома, со своей семьей, со своими детками. Занимайтесь домашними делами и будьте здоровы. С вами были мы. Я работник Новозыбковской городской системы, Коржукова Галина Алексеевна, ведущий библиотекарь абонемента, и бабушка Маша, ветеран Великой Отечественной войны.